День добрый, дорогие наши друзья, подписчики нашего канала, клиенты, конкуренты. Вас приветствует компания Arbat Homes, и я Татьяна Пикер. Сегодня на повестке дня район Джигдили. Мы будем с вами смотреть квартиру с большой площадью 1+1, стоимость предложения 70 тысяч евро. Несколько слов о районе Джигдили. Последнее время район стал очень активно развиваться. Здесь очень много жилья нового премиум-класса. Как раз в одном из таких комплексов находимся мы с вами сегодня. Район Джигдили находится севернее Обы, повыше горам, и находится немножко на возвышении. А это значит, что в самые жаркие летние дни здесь прохладно. И воздух здесь особенно чистый, не так, как в центре. Дорогие мои, поехали смотреть квартиру. Вот нахожусь я сейчас в холле. Очень приятно, радует вот это помещение. Хотите, назовите это технической комнатой, можете сделать гардеробную или превратить это в прачечную. Самое главное, чтобы была площадь, а уже потом посмотрите, как применить свою фантазию. Также ванная комната с очень большой площадью, присутствует две раковины, как в отеле, отделка, качество на уровне. Мы с вами проходим. Дальше здесь, кстати, нет узкого бесполезного коридора. Из холла мы плавно переходим в кухню. Кухня угловая, столешница гранитная, кухонный гарнитур, фартук. Вы видите, все это в черно-белых тонах. В принципе, тональность этой квартиры выделена черная, белая, а также небольшие красные вкрапления. Не очень люблю это слово, но так уж вырвалось. Все, что есть в квартире из бытовой техники, мебели, кондиционеров, аксессуары, все это в стоимость. Входит подробненько микроволновая печь, духовой шкаф. Тут у нас холодильник. Все шкафы открывать не буду. Абсолютно вся кухонная утварь в квартире присутствует. Есть вытяжка фирмы Beko, электрическая варочная панель и посудомоечная машина. Конечно же, два кондиционера в каждой комнате. 1+1, 70 тысяч евро. Дорогие мои, проходим с вами дальше в зону отдыха. Видим два дивана. К сожалению, диваны не раскладываются. Два панорамных окна. Я хочу открыть. Вот нашему оператору очень понравились эти шторы. Полностью темно, когда нужно света побольше. В квартире имеется огромный балкон. Выход на балкон имеется как из гостиной, так и со спальни. Очень комфортно обустроена зона отдыха. То есть мы видим два дивана. Диваны мягкие, я все проверяла. Симпатичный очень стеклянный журнальный столик. И мне также понравился сет под телевизор. Телевизор присутствует новый. И, конечно же, кондиционер, как в Турции, без кондиционеров. Я буду делать заключение уже в конце ролика, а сейчас хочу показать вам спальню. В гостиной присутствуют очень симпатичные аксессуары. Они также в стоимость входят. И самое главное, я вам забыла сказать, что обогрев полов имеется полностью во всей квартире. Итак, это у нас спальня. Все, что нужно для комфортного ночевания здесь есть. Это шкаф платяной, это у нас 1-2 тумбочки, кондиционер, как я уже сказала, и двуспальная кровать, а также много света и выход на большой балкон. Итак, дорогие мои, находимся мы с вами сегодня в районе Джигдили. Комплекс, который был построен в 2015 году, состоит из двух блоков пятиэтажных. Квартира наша находится на фактически третьем этаже. Расстояние до моря плюс-минус 1 километр. Пусть вас не пугает это расстояние. В пешей доступности есть все магазины и все, что вам нужно для повседневной жизни, или если вы приезжаете сюда на аренду. Транспортная развязка присутствует. Мне отсюда видно, как бегают автобусики. Итак, что мы с вами сегодня смотрели? 1+1, 70 квадратных метров, окна выходят на юг, полностью присутствует во всей квартире обогрев полов. Южная сторона, мебель, техника, все в стоимость входит. И какая же здесь богатая летняя и зимняя инфраструктура. Кроме открытого бассейна, есть секция с детским бассейном и с джакузи. Кто как любит отдыхать. Зона барбекю, генератор на случай отключения электроэнергии. Большая, очень вместительная открытая парковка. Очень ухоженная, красивая зеленая территория. Интересно будет, сколько стоит Айдат? Пишите
комментариях. Я буду с удовольствием вам отмечать. 70 тысяч евро – стоимость нашего предложения. Район Джигджили. С вами была компания Арбат Хоумс. Я Татьяна Пикер. Пока-пока.